Больницы региона сокращают плановое лечение и операции, обмежевывают работу дневных стационаров и переводят отделение у ковидные. Уздым в острых респираторных захворваниях и коронавируса регистрируют на Могилевщине. Могилевская областная клиничная больница. Яна не является основным коронавирусным шпиталем, однако и тут есть червоные зоны. Ревматологичное отделение теперь не працует только по профили, как и его врачи. У нас уже есть опыт работы с такими пациентами. Мы практически целый год отработали в прошлом году, когда была вторая, третья волна. Ну, какой-то опыт имеем, поэтому в данной ситуации мы тоже оказались на передовой, наряду с другими нашими тоже переквалифицированными отделениями. И пока занимаемся этой когортой пациентов. К сожалению, приходится констатировать, что количество пациентов с ковидной инфекцией резко за последние дни увеличилось. Мы вынуждены были перепрофилировать 4 лечебных отделения. На сегодня задача адекватно сустрець новую хвалю эпидемии. Для этого повеличивают команду, врачи меняют квалификацию на инфекционистов и заступают у дежурства. Выезжают больше контактных групп. Однако, как кажут у облвыканкаме, спрогнозовать колькость пациентов складана. Гэтым обумовлены у тым ліку и черги у поликлиниках, и заполненные отделения у стационарах. Сначала настроение о том, что мы не будем вакцинироваться, а потом панические настроения лечите нас, собственно говоря, частенько и вызывают ажиотаж в лечебных учреждениях. Приходят в течение часа 20-25 человек, а для того, чтобы принять одного пациента, необходимо ну, хотя бы 11 минут, а лучше 20, для того, чтобы полностью побеседовать и узнать, то, естественно, формируется очередь. Для этого на сегодняшний день мы выставляем дополнительные силы из врачебного и сестринского персонала для того, чтобы определиться с проблемой, которая возникает у человека, и решить его в том или ином уровне. Перепрофилирование отделения у ковидной потребует выполнения певных умов, у тым лику и наявность кислородных кропок. Хутко у областной клиничной больницы пошне працавать новая кислородная станция. Медики протягивают узброиваться для борьбы с ковид и спадзяются, что жыхары так само допомогут себе праз вакцинацию. Катерина Городницкая, Миколай Соболев, новины региона.